Привет, меня зовут Дарья, я руковожу проектами в Правотек. Наша компания создает цифровые сервисы для юристов и бизнеса. Это мы разработали и внедрили картотеку арбитражных дел и систему «Мой арбитр». Но сегодня речь пойдет не о них, а о сервисе для анализа и мониторинга судебных дел и проверки контрагентов – Casebook. В Casebook самая полная база арбитражных дел. И давайте я расскажу, как использовать ее для проверки потенциального контрагента. Представим ситуацию. На первый взгляд, у контрагента нет очевидных признаков приближающегося банкротства. А вскоре после заключения с ним сделки мы узнаем, что у него начинается процедура. Можно ли было предвидеть такое? Несомненно, да. Для этого достаточно проанализировать судебную активность компании.